Друзья, всех приветствую. Ася приехала к нам в клинику уже второй раз сейчас и поставила уже постоянные зубы циркониевые. Первый раз она была полгода, да, вроде, ты, или три месяца? Три месяца. Три месяца назад. Что тебе делали? Расскажи. Я приехала, значит... Откуда, во-первых? Да, я из России, из города Уфа, интересовался протезированием зубов в Турции, и вдруг, на мое счастье, вышло видео случайно Нелли на ВКонтакте. Я тут же с ней связалась, она мне ответила, сопровождала, проконсультировала. Вот в мае я приезжала первый раз, мне установили две импланты, с временными зубами я уехала, и вот через три месяца я приехала, мне поставили циркониевые коронки. Я очень довольна, благодарю Нелечку, благодаря ее трудолюбию, ее видео, я вот нашла хорошую клинику. Я очень благодарна клинике, доктору Рифату, Нелечке, всему персоналу. Ребята, приезжайте, это очень достойно, красиво, быстро. Хотела столько вопросов задать, ты вообще решила все ответить сразу. Я довольна очень. Да. Ася посмотрела мое видео, которое я случайным образом записала с Айгуль, по-моему, да, с Айгуль. Да, да, с Казани. У меня два было видео. Вот, подруга ко мне приехала, и я ей говорю: слушай, у меня тут есть клиника напротив моего дома, пойдем зайдем. В общем, она сделала себе зубы, была такая довольная. Ася посмотрела это видео, приехала. Теперь представь, что теперь с этого видео, посмотрев, люди будут приезжать благодаря тебе. Да, пусть скажи, пожалуйста, да. Почему ты именно в Турцию рассматривала? Почему не в Уфе? Почему не в Москве? Почему сюда? Потому что здесь цена и качество, да. Турция славится туризмом по здоровью, протезированием зубов. Многие поэтому... не верят, да. Что в Турции делают. Нет, качественно. Это очень качественно и быстро, ребята. Сколько в первый раз тебе потребовалось, чтобы у тебя импланты делали, времени? Первый раз я была с 27 по 29 мая, 2,5 дня там, ну, 2 дня была, в этот раз 4 дня. Очень быстро, представляете? Да, обычно да. Мы говорим, на 3-4 дня в первый раз надо приезжать, вот, но у тебя просто не весь рот полностью делали, да, там вырывали, поэтому 2-3 дня нормально. Да. Так, хорошо. Ты считала, сколько это будет стоить в России? Да, я считала. Ну-ка, поделись. Ну, в 2 раза дешевле, 2,5 раза. У тебя сейчас полностью 24 коронки, да, поставили? 25. Наверх и низ цирконий. Циркони Dental Direct немецкие, последнего поколения. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя вышло вообще денег? Ну, 365 тысяч. За импланты? 2 импланты. Да, и... зубы. Что тебе еще делали, помимо имплантов? Нет, 2 импланта. Лечения не было никакого, нет, не да? Было, не было. 2 импланта отсутствовали, зубы, семерки и 25 коронок. У меня да. Венера, но у меня такие желтенькие, а у тебя белые, красивые. Да. Ты довольна вообще? Очень довольна. Скажи, довольна. Что ты и как ты ела или не ела? У тебя нормально нет, было? Нет, я ела эти 3 месяца, я ела супы-пюре, я ела картофельное пюре, я кушала каши, я ела тушеные овощи, рыбу. Ну, то есть тебе, получается, супы. В первый раз все зубы сравняли, подпилили, да? Да, да, да. Мне дискомфорта не было, может быть, какие-то 2-3 дня, а потом я просто ела протертые супы, каши, пюре и тушеные овощи. Тебе сразу, когда сделали коронки, сейчас ты приехала, все подошло или что-то доделывали, переделывали? Нет, нет, все сразу, сходу, да, вот как установили, как будто мои родные зубы. Ничто не мешает, все хорошо. Ты на пару деньков, надеюсь, останешься, да, чтобы да, да, посмотреть, да. Как ты прикусываешь. Да, самое да, главное, да. Проверь, я всем советую, угу. Кто будет делать зубы, не просто прикусите. А покушать, да. Вот так, вот да. Так. То есть надо покушать обязательно, да. Прислушиваться к себе по ощущениям, потому что если где-то что-то будет давить, где-то будет что-то вот мешать, угу. Обязательно надо будет идти переделывать сюда к нам. Да нет, я не думаю. Так, ну я ты 2 дня же еще здесь, все будет я хорошо. Не вредная женщина. Сейчас, когда тебе постоянные коронки ставили, не болит? Ну, нет, вот, ничего вообще обычно нет. Бывают нет, такие нет, дискомфортные абсолютно. Ощущения, нет, когда нет. Снимают старые, нет, а потом... Ну, нет, нет, ничего. Слушай, нет. Ну ты уникальна просто. Я не капризная женщина. Хорошо, когда импланты тебе ставили в прошлый раз, у тебя опухло лицо, не опухло, десна? Нет, ничего не было. Ничего не было. Импланты такое вообще? 2 импланта установили, они же уколы мне делали противоотечные, нет, ничего не было. Как сервис? Вообще.
Хорошо, в аэропорту встречают, чувствуешь себя королевой. Королевой, да, хорошая большая. Хороший отель помещается, отели тоже трансфер привозят, увозят. Чувствуешь себя, конечно, уютно. Королевой. Не страшно было вообще лететь в Турцию, непонятно куда? Нет, в моем возрасте не страшно никуда. Слушай, ну не знаю. Мне молодежь пишет, спокойно приезжает, а вот взрослые говорят, нет, что-то страшновато. Нет, в моем возрасте вообще не страшно. Так, а что тут? Прилетела, трансфер встретил, привез в отель. С отеля сразу трансфер сюда. В клинику, сюда. Да. В клинике сколько-то ты побудешь, тебя трансфер отвозят в отель. А что здесь страшного? Ну да, действительно. Да. Ну, конечно. А как решить проблему с деньгами здесь, если оплачивать русскими картами нельзя? Как ты решила? Нет, я привезла евро, конечно, из России. В России есть где их поменять, да, правильно? Да, конечно, есть в банках. И евро, и доллар. Так, значит, проблем нету. Здесь наличкой ты оплатила. Договор, кстати, паспорт на импланты. Да, паспорт на импланты я еще не получила. Получи, да. Пожалуйста. Да, да, да. Гарантия на импланты пожизненная. На коронке 20 лет. Сертификат Алматок. Сертификат. Сертификат и имплант. Угу. Угу. Так, договоры, вот все, что ты подписывала, можно попросить, чтобы тебе их распечатали, либо сфотографируешь. Я сфотографировала. Если ты сфотографировала, все, то есть нормально. Сфоткала, да. Так, главное ничего не забыть. Главное паспорт от имплантов. Это важно, ребят. Да. Все, кто делал импланты и сюда потом приезжают, говорят, поменяйте коронки, но... Мы не знаем, какие у меня импланты, мы не можем это сделать, да. Потому что подобрать абатмент, открыть замочек, вставить новый, невозможно, не зная размеры, марки и так далее. Поэтому паспорт всегда сохраняйте. Хорошо, не забудь. Не забудь, да. Так, ну ты все равно здесь 2 дня, и тебе бы вспомнили бы, напомнили, завезли бы. Есть еще какие-то пожелания сказать нашему... зрителям и будем нет, ребята, тогда. Это здорово, потому что в Уфе мне сказали, будет это где-то 1,5-2 месяца. Вот представьте, 1,5-2 месяца ходить на работу без зубов. А здесь быстро. Да, да, еще не только вот ходить без зубов, еще ведь кушать надо, как-то что-то надо кушать, поэтому я, конечно, очень довольна. Я очень довольна. Вот говорят, случайности не бывает. Я говорю, чисто случайно увидела видео Неллина, а видимо это вот сверху знак. Говорят же, в природе нет случайностей. Я очень довольна. И ты сейчас пошлешь этот знак случайный, как будто еще посмотреть и приедут. Да, 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 да. Так что пишите под видео обязательно, если вам нужно сделать просчет, мы бесплатно посчитаем, то есть нужно будет сфотографировать свой рот на телефон. Если будут импланты делать, то, конечно, рентген, без него никак мы не можем посчитать ни костную пластику, ну, что мы будем делать. В общем, для консультации бесплатно все посчитаем, сделаем. Счастливо!